Ведро стул. Ну, я, конечно, ведро-то как ведро нормальное, но как стул, я сомневаюсь, что оно выдержит меня вообще. То есть такой достаточно хлипкий пластмасс. Вот они есть, цвета, кстати, разные. Вот синенькая, голубенькая такая неплохая, симпатичная. Пойдет как мусорное ведро. Объем 10 литров, цена 311,90. Смотрите, вот такой вот комод из 4 секций. Плавненько так выдвигается и закрывается, тоже неплохо. Цена комода 4 секции 3 929 рублей 90 копеек. Ой, а вот это уже неожиданно. Видите, что, да? Ну, можно попросить, наверное, другой, но все равно факт остается фактом. Так они разваливаются и не закрываются. Что за комоды такие? Цена 3929 рублей. Я бы, наверное, вот сверху неплохо все, а вот тут-то, ну, еще зависит от сборки. То есть, кто собирал, какими руками, так сказать. Так, друзья, ну что, вы писали, что я не снимаю совсем консервы. Давайте сейчас минутка будет про консервы. Кому не интересно, перемотайте просто на минуту дальше. Давайте посмотрим. Тушенка высший сорт. Вот такая вот ГОСТ. 32-125. Натуральная говядина тушеная, экстра ГОСТ. Так, 83 рубля 90 копеек. Внутри хлюпает. Далее у нас идет ветчина рубленая. Нет, это не то. Это паштет какой-то. Да, это тоже паштет. Непонятно. В общем, мне не нравится светофория, что ценники на одно, товар на другое. Вот бывает такое иногда. Вот еще есть говядина тушеная 338 грамм. Здесь уже ничто не хлюпает. Жир встал комом. Даже при такой, при плюсовой температуре 92 рубля 90 копеек цена. Шпроты. Шпроты я не рекомендую покупать в магазине Светофор. Хоть какие шпроты. Покупал абсолютно все, наверное. 38-40. Все очень невкусные. Потому что нарисовано вот так красивые, желтенькие в масле. А на самом деле там какой-то рассол такой непрозрачный. Да и шпроты рыбки вот такие, как анчоусы маленькие. То есть не рекомендую, лучше брать. А вот сардина и баси очень даже вкусная. Что-то наподобие сайры. Мы берем с женой вот такую вот сардину и варим сайровый суп. Хотя получается практически то же самое, но намного дешевле. 36 рублей 90 копеек. Так, ну селить. Это такое. Не будем это показывать, да? Вот мясо рубленое. Вот это уже интересней. Да, мясо рубленое по-домашнему. У нас 325 грамм, 76 рублей 00 копеек. И вот такой вот, а, окорок. Окорок, да. Окорок деликатесный. 325 грамм, 106 рублей 90 копеек. И тунец. Тунец натуральный. Вот можно взять просто упаковочку, посмотреть. Железная банка, 250 грамм, 58 рублей 90 копеек. Ладно, все, хватит с нас консервов. Давайте дальше. Настольное покрытие жидкое. Ну, это на стол. Типа скатерти такая. Ну, достаточно плохая. Ой, большая, плохая. Большая, извиняюсь за свой русский. Так, цена, значит, размер 120 сантиметров на 80. 0,5 миллиметра у нас толщина. И цена, значит, 246 рублей 50 копеек. Горшки для цветов есть разные, есть поменьше, есть побольше. Вот все, кстати, с прикорневым поливом. 4 литра, 114 рублей 50 копеек. Одного цвета, только розовый есть. А есть вот такие уже более большие, более такие красивые, так сказать, прямоугольные, стильные. Как сейчас все прямоугольное, стильное идет. У нас тарелки прямоугольные делают. Даже вот горшки для цветков прямоугольные. Здесь уже объем в 2 раза больше, 8 литров. Цена 228,90. Цвета только вот беленькие есть. Также хотел вам показать смеситель. Я уже снимал про него видео, я его уже купил. Я снимал видео, как его ставят. Можете посмотреть на канале, где-то есть. Где-то, может быть, недели две назад я снимал видео. Комментарии писали, что это ненадолго. Смесителю уже 2 месяца. Я даже писал недавно статью, что смесителю месяц. Ничто не произошло, работает хорошо. Очень хороший смеситель, нам очень нравится. И очень удобно. Есть два режима. Душ и обычный, как, ну, плюс гибкий излив. То есть он изгибается, как вам удобно.
Цена смесителя 561 рубль 90 копеек. Так и осталось. Цена гибкий злив 30 сантиметров. Рекомендую. Уже 2 месяца стоит, все хорошо. Дальше смотрите, что у нас здесь еще есть. Каша гречневая, каша гороховая, пшеничная. В общем, каши такие уже готовые, только разогреть, так сказать, сухпайки туристам, рыбакам, охотникам, спортсменам, водителям. 250 грамм, 55 рублей 90 копеек. Что еще хотел вам показать, это соус Балтимор, кетчуп Балтимор с луком и чесноком. Очень вкусный, как в обычном магазине. За 70 рублей, по-моему, здесь я вообще просто очень сильно удивился. 28,90, 350 грамм. Хороший кетчуп, действительно, Балтимор. Ну и производитель популярный. Также есть еще тут от популярного производителя Мистер Рика томатный кетчуп. Его я не пробовал, так как ценник у него намного дороже предыдущего. Дата изготовления 06/21, годен до 06/22. Цена 102 рубля 50 копеек. Я бы взял бы лучше по 28, но я его сегодня и возьму. Грунт строительный, объем 5 литров, без запаха, защищает от плесени и грибка. Экономное фижинковое покрытие с антигрибковым покрытием. 4,5 килограмма, ну объем получится 5 литров бутылка. 219 рублей 90 копеек. Пропитка акриловая для дерева, декоративная защита 3 килограмма. Ну что-то типа краски, только еще и защищает для дерева, для деревянных поверхностей. Антисептическая влага, атмосферостойкая, без запаха. Декоративная пропитка. 408 рублей 90 копеек, 3 килограмма. Пельмени по-русски 1 килограмм, 146 рублей 90 копеек. Так вот выглядит. Так, состав у нас, значит, свинина, шпик, лук репчатый, вода, пищевая соль, поваренная, пищевая, комплекс пищевых добавок, молочные белки. В общем, там даже уже, а так состав это свинина и шпик свиной.